Привет, друзья! Вирусом нас не победить, потому что в нашем спирту крови не обнаружено. В общем, надо пить что-нибудь, потому что лучше, чем спирт, ничего не убивает. Но все, как говорится, мажут руки, а нужно внутрь его принимать, потому что это намного эффективнее. Это настоящий антисептик. Антишо? Септик? А шо? Гидромесрентер долбанный опять ошибся. Сказал, что сегодня будет всего лишь 3 метра в секунду ветер, а получилось хрена с 2. Что-то такие порывы до 6, наверное, до 7 метров в секунду. Ну, чтоб не болеть. Фу. Ну что, сегодня у нас большая культурная программа. Будем сегодня варить уху. Настоящую уху, а не рыбий суп. Рыбий суп и уха — это такие же разные вещи, как настоящая девушка и резиновая баба. Что за черт? Какие женщины? Из Норвегии. Из латекса по ленд-лизу для вас и для старпома. Как настоящее пиво и пиво безалкогольное. Как, ну, в общем, вы поняли. Настоящая уха готовится только на костре, на живом огне. И чтоб были угли. Никакой конфорки, никакие газы, блядь, никакая хуйня дома тем более. Это все суп. Суп. И что самое интересное, некоторые люди не смогут попробовать этот замечательный вкус, этот аромат, это сочетание, неповторимое, ни с чем не сравнимое. И эти люди те, кто не пьет алкоголь вообще. Не пьет один верблюд, жители пустыни. Потому что именно сочетание алкоголя и ухи, то есть рыбного супа, дает это вот просто обалденное. Обалденный вкус. Этого вот не объяснить, ребят. И вторые люди — те, кто просто не любит рыбу. Какая гадость это ваша заливная рыба. А насчет первых, кто вообще ничего не пьет, как говорил известный наш классик, если человек не курит и не пьет, значит, он, скорее всего, мерзавец. Чистим. Мы сделаем, у нас будет 3 захода, тройная уха. Это первый заход, 2 рыбки вот эти наши. Ну, так как, понимаете, я готовлю на одного сейчас человека, грубо говоря, поэтому нам много не надо. Такой маленький котелочек у нас будет. И доливаем еще сюда воды. Ну, наверное, до столько доливаем. Заливаем водички. Ну, не надо вот так. О, нормально. Теперь солим. И все, пока ничего не надо добавлять. Давайте помешаем. Все. И ставим на огонь. Ну вот, закипело. Теперь варим где-то минут 20. Пусть оно варится. Это будет у нас первый бульон. Пока у нас первая партия варится, можно разделать вторую. Вторая уже рыба крупнее, как видите. Она больше. Вот вторая уже у нас порезана партия. Теперь достаем первую, а эту засовываем туда. Так, отодвигаем ее. Вот у нас варилось 20 минут. Теперь берем вот такую штуку и вылавливаем всю рыбу. Опа. О. Так, обратно вторую порцию закидываем.
Доливаем водички. И обратно на костер поближе. И еще 20 минут вторую партию кипятим. Пока у нас варится вторая партия, мы раздербаниваем первую. Нам нужно снять все мясо без косточек. Во. И складываем в кружечку. Так как рыбы у нас очень много, можно в принципе не заморачиваться на где у нас этот ребра. Ну, чтобы костей вообще не было. Рыбьи глазки. Я их не выкидываю, я люблю рыбьи глазки. Мы их не выкидываем. Ну вот, прошло еще 20 минут. И можно уже доставать эту порцию тоже. О, какая красота. Чем удобна кастрюлька маленькая, прям под этот половничек. Не надо там вылавливать ни хрена. Вот тут тупо зачерпиваешь один раз. И вся рыба у тебя в половничке. Так, котелочек пока отодвигаем в сторону. Идем разделывать рыбку и овощи. Вот у нас вторая партия рыбы. Но я так что-то погорячился с рыбой. У меня все-таки котелок маленький. Поэтому мы третью не будем закладывать. Но в принципе, то есть до трех раз можно. И при том разных пород рыбу брать. У меня только одна, к сожалению. Ну, что было, то было. Вот. Нет, была бы крупная рыба, я, конечно, не выбрасывал бы этот. Как его? Где ребра? Ну, здесь совсем меленький, здесь замучаешься нахрен. Легче выбросить нахрен и все. Да, конечно, лучше было бы еще речную рыбу взять. У меня-то рыба, кажется, морская. Ну, в принципе, похеру. Рыба, она и в Африке рыба. Даже лучше, потому что речной рыбы бывает такой вкус тины. Вот. Тут такого нету. Но, как говорится, рыба, она и в Африке рыба. Конечно, хорошо бы брать пожирнее рыбу, но поэтому ты и двойная, тройная, то есть ты берешь разные породы рыб, и они дают свое что-то ухе. Вот получилось у нас довольно много рыбы для этого котелка. Ну и как раз на одного человека. Теперь мы эту рыбу обратно в бульон и опять ставить вариться. И пока это будет вариться, мы с вами займемся овощами. Итак, друзья, займемся овощами. У нас тут картошка, лук, морковка и пшено. Ну, пшено, естественно, мы разделывать не будем, мы его просто засыпем туда. Кто-то использует рис, кто-то еще. Но классическая уха, это, конечно, пшено. Очистим быстренько картошку. Ой, помню, я в армии. Нас, когда наряд по столовой, чистил картошку, давали мешок картошки. И ты сидел и чистил. Несколько часов ты чистил картошку. Как видите, у меня этот навык развит до 80-го, до 90-го левела. Я даже таким большим ножом без проблем чищу картошку. А уж маленьким я вообще очень быстро чищу картошку. Без проблем, при том он одной этой кожурой практически. Ой, да, армия, это, конечно, жопа. Неужели прошло уже... Ой, сколько же прошло лет-то уже, бля... 22 года прошло, как я уволился с армии, да? Кошмар. Сейчас, конечно, армия уже совсем другая. Зеленые, женоподобные, безмускульные щенки! Ау-ау! К мамочке, небось, хотите? Домой! Сищу хотите? А кто мамочку защищать будет? Я! Вот так вот мы сделаем. Вот. Сука, куда пошла? Стоять, на, испачкался мой хуй. Так, ну что, смотрите, вот так, так, так.
Морковку помельче, ребят. Уха — это та фигня, где не надо обжаривать овощи. Как говорится, как есть, так и есть. Лук вообще не надо резать, его только очистить. Мы его положим целиком. А потом вытащим и выкинем. Он отдаст ухе все, что сможет отдать. И пойдет смертью храбрых. О, можно этот слой тоже снять. О, это мы просто кладем целиком. Все, и засыпаем пшенки. Даем бульону выкипеть где-то до половины, чтобы у нас поместилось. Лук, картошка, морковка. Есть что, дольем еще водички. Ну вот, начинаем делать закладку. Кладем луковичку. Оп. Морковка. Картошечка. И варим еще где-то полчаса до готовности картошки. Так, друзья, пока у нас доваривается наша уха, именно уха, а не рыбий суп, покажу вам одну фигню. Вот это вот стаканчик. Ну, можно сказать, не то что стаканчик, рюмочка. Опа. Оп. Дубль два. Оп. Оп. Вот такая вот замечательная рюмочка. Место занимает мало, нержавеющая сталь. Как раз под водочку. Я помню, на пру ее брал, на реку. Очень удобно. И у нас есть антисептик. Почему рыбий суп — это рыбий суп, а уха — это уха? Водка. Мало того, что ее можно добавить, где-то рюмочку добавить, ну не такую рюмочку, пол вот этой рюмочки, прям в саму уху, и тогда у вас все неприятные запахи, там, допустим, если рыба была выловлена в озере или в пруду илистом, вот эти все запахи посторонние, водка убьет начисто, он будет чистейший запах. Ну и плюс, конечно же, сочетаемость. То есть обычно водку закусывают или заедают чем-то, да? То тут сама уха и будет нашей закуской. И вот это сочетание вкуса, когда ты наливаешь водки, ты ее наливаешь в рот сначала, не глотаешь. Потом берешь ложкой уху, в этот момент глотаешь и сразу же начинаешь заедать ухой. Это, ребята, невероятные впечатления. Это такой... Ну, передать это невозможно. Вот кто не пробовал, тот, блядь, не поймет. А кто пробовал, меня поймет. А кто не пробовал, но хочешь попробовать, давайте только попробуйте. Потому что, блин... Ну, это ни с чем не сравнить, ребят. Потом еще тяпаешь... Опять несколько ложек, и это просто потрясающе, чем мы сегодня с вами и займемся. Ну что, друзья, минут через 20, через 30 кладем черный перец и лаврушку. Последний, так сказать, штрих. Минут еще 15 варим, чтобы перец и лаврушка
отдала свой вкус. Одному, конечно, это мне много будет. Ну куда меньше-то, у меня меньше котелка и нету. О, какая красота. Теперь все готово. И минут 15 еще. Пусть это все настоится как следует. Лук выкидываем. Вот он у нас превратился в жижу. Вот такую. Так. О, какая красота. О, невероятно красиво. О, чума. Ой, сейчас где-то, блин, все равно минус 3, минус 5. Блин, холодно. И вот сейчас вот горячая уха с водочкой как раз зайдет, бля. О, ну-ка сейчас попробуем. В самый раз. Главное, чтобы она была не кипяток, но горячая. Вот. Ну что, друзья. Значит, смотрите, объясняю еще раз. Сначала водку, но не глотаете. Потом зачерпываете. И перед тем, как сунуть ложку в рот, проглатывать водку, сразу начинаете закусывать. Понятно? Молодцы. Ну, поехали. Ой. Чума. Ой, ребята. Ой. Ребята, это... Реально. Кто не пробовал, попробуйте. Это просто пиздец. Это очень вкусно. Даже не представляете, вот это сочетание с водкой, это потрясающе. Попробуйте, попробуйте, не пожалеете. Блин, получилось обалденное ухо, обалденное. Конечно, лучше с речной рыбы и только что пойманной, но если нет, ничего страшного. Так, между первой и второй перерывчик небольшой. Не вовремя выпитая вторая, загубленная первая, запомните. Так что поехали. Половиночку, много не надо. Ну уж больно, бля, пиздец. Вот есть уху без водки, и это, блин, деньги на ветер. Это все равно, что, блядь, трахать резиновую бабу на кусок. Замес настоящий. Серьезно. Ой. Ну что, давайте. Давайте. Ой. Ой-ой-ой-ой. Ой, ну-ка. О, потрясающе.
Невероятно. Кстати, кто не знает, вот такой вот уха, если вы с вечера поставите ее в холодное место и всю ночь будете бухать, утром проснетесь, вам будет плохо, хлебните этой ухи холодненькой, и вам сразу станет хорошо. Это такой целебный эффект этой ухи. Ну, это очень вкусно. Блин, я забыл даже. Последний раз на пре так делал. Прошлым летом. Очень вкусно. Да, ребят, есть еще один такой финт, который можно сделать только в лесу. Ну, это кому, если нравится с дымком, можно потом в конце взять головешку из костра и окунуть на несколько секунд прям в саму уху. И уха приобретет такой запах, вкус, привкус дымка. Ну, это кому как нравится. Вот. Мне не очень так нравится, поэтому я не стал так делать. Я вообще представить себе не могу, что какая уха, если сделать из трех разных видов рыб. В три закладки и три разных вида рыб. Когда-нибудь мы это попробуем. Это, наверное, просто пиздец как. Ну что, ребята, не вовремя выпьете третья, закупленная вторая и первая. Ну типа того. Ой, боже мой, как же вкусно. Вот, ребята, поверьте мне. Давай. Просто поверьте, блин. Это не на камеру, это реально надо попробовать. Это реально надо попробовать. Ну, братва. Уж простите меня за эти эмоции, но реально обалденно. Это реально обалденно. О, почему я еще так ем странно после такого, как выпью? Потому что нельзя вдыхать, иначе если ты вдохнешь, тебе пары водки пойдут в горло. Спасибо, что смотрели это видео, и до встречи.